Иди, Масенький мой, иди, моя читочка. Иди сюда, моя золотая собачка. Ах ты мой золотой. Ай, ты мой золотой, ты моя собачка золотая. Тебе тут всякие вот эти вот каки надо повычищать с тебя. Надо тебе почистить мою золотую. Ой, опять очки упали. В общем, вот это вот у нас тут соседи. Сосед, вернее, живет. Старенький дедушка. Ой, сколько ему? 68, по-моему, было. Или сколько? Ну, в общем, он вчера умер. Его 3 дня или 4 дня назад отвезли в госпиталь. И ну, вот, позвонили все соседи. Сказали, что, значит, вчера он и умер. У него здесь во дворе, значит, сколько у него? 1, 2, 3, 4. 4 собаки у него, или 5, по-моему. 4 собаки и... Да, 4. И мы хотим как бы вот эту вот читочку маленькую взять себе. Ну, потому что, по всей видимости, их будут куда-то развозить или раздавать кому-то, я не знаю, или кто-то будет их, может, разбирать. Тут соседи, рядышком соседи наши, они уже там берут одну собаку. Ну, а мы хотим вот эту взять. Я ее так люблю. Я всегда, мы когда приходим сюда в гости, она всегда бегит так ко мне. У нее такая миленькая мордашка, такая миленькая, глазки такие хорошенькие, да, читушечка. Конечно, они дворовые здесь, конечно, по них блошки лазают, я вижу, вот они, блошки лазают, конечно. Ну, дедушка старенький, он за ними ухаживал по мере возможности, очень такой больной был. Ну, так они их чистят, родственники, когда приезжают, их моют, конечно. Надо ее, конечно, мыть, вычищать, делать ей уколы. Ну, а так она здоровенькая, хорошенькая собачка. Прививочки надо ей сделать, не знаю, делались прививки, наверное, ж не делались в последнее время. Да, читушечка. А, ты хорошенькая, ты моя собачечка. Ну, вот тут у нее тут-то всякие уже эти, поналезали на нее эти... Где я вижу эти клещи? Ну, потому что последнее время некому ухаживать за собаками. Все родственники были заняты этим дедушкой. Блошек, конечно, полно. Но это все приводится в порядок, это все вычищается. Ушки вычищаются, все вычищается. Да? А, ты мой золотой, что там? Конечно, набралась она тут полно клещей. А ну-ка, давай мы эту ушку проверим. Полно, полно, да, я вижу, вижу. Ну ладно, все это можно поубирать. Все это можно почистить, ой, попривить. Сэмбо! Сэмбо! Ну вот это Сэмбо, которая часто к нам забегает в гости. Вы ее уже, наверное, знаете. Она только бегает. И еще поменьше черненькая собачка бегает. Читусик. Ну, вот сейчас мы определимся, кто будет брать эту читу. Муж пошел смотреть, ой, вернее, разговаривать с родственниками. Куда они будут разносить этих собак? Или, может, кто-то здесь будет жить, поэтому собаки, значит, останутся. Очень такое хорошее место здесь. Так озелененное, хорошо, густо. Красивое. Но надо в порядок приводить этот весь дом, весь участок, конечно. А участок красивый, хороший.
Это такое интересное, как немножко такая, как лесная такая зона немножко, как парковая такая, да, как парк очень красиво. Вот это все туда, это все его здесь прапоре. Ну, дом, конечно, надо приводить в порядок, потому что он как по-стариковски жил, и все, конечно, там запущено. Я зашла туда, и запах такой не очень хороший стоит, я вышла. Все надо приводить, конечно, все вычищать, все, понятное дело, старичок. Ну, сейчас мы определимся с нашей читушей. С читочкой. Хай! Так, ну все, дорогие мои, потом скажу результат, что и как. Взяли мы ее или не взяли. Сейчас мы поедем в магазин PetSmart и... Ой, SmartPet. Или SmartPet, или PetSmart. Ну, в общем, для животных очень большой стор. Я еще там сделаю видео. Я делала уже как-то, но я еще сделаю, потому что там действительно очень интересно. Потому что... Ну, там много всего интересного. Там и стрижка, и мойка собак, и животных, и зверюшки всякие разные. Мы поедем туда, нам кое-что там надо для наших животных взять. Ну, все, пока-пока, дорогие мои, пока-пока. До следующего видео.